Друзья, приветствую вас на моем канале, с вами также Михаил. И продолжаем проходить живую сталь. Живая сталь будет сейчас пореже, намного пореже, потому что я ее уже до дыр затер. И есть много других хороших игр, которые хочу проходить. Так что ваши недовольные комментарии, друзья, ну, есть много реально других игр. А эта игра, я буду ее продолжать играть, но не так часто, как было. Так что, кто обиделся, тот может отписаться. Вот, кто со мной, тот герой, как говорится. Ну что, поехали, да? Мы. Сначала посмотрим по поводу починки. Так, как у него там? Немножечко починим. И у меня получается второй мир я прошел, сейчас третий идет. Мы проходим по одному миру за игру. Вот, как-то так. Поехали. Пока сил вроде хватает долбить врага, но там посмотрим. С каждым уровнем они все сильнее стоят и сильнее. Еще мне нравится у них руки отрывать, так что это тоже моя стихия. Вот так вот ух ты! Парняга, смотрите, сколько жизней у меня. Молодец. Ну ладно, сейчас мы ему руки оторвем все равно. О, еще и по корпусу нахватал, да? Вот этот очень хороший удар, который по корпусу бьет. Он хорошо руки вымораживает. Или просто жизнь. То есть, все, что попадет под ним, блок постепенно, со временем, тоже пробивает его. Металл об металл, как говорится. Будет хороший эффект. О, смотрите, уже одну руку подсадил ему. Но тут при том, что один раунд будет, так что 10 минут, которые дается. Я думаю, он вряд ли залечится. Ну, я, если буду проигрывать ему, хотя вряд ли. Видите, как легко и просто его... О, сейчас, нет. Выносливость стала. Смотрите, я уже руку ему. Одну, о. 9 минут осталось. Руку ему уже чуть ли не оторвало сейчас. Ты чё, подожди. Чё? Куда ж ты дерёшься-то? Вот, начались, друзья, глюки. Глюки, которые меня просто иногда сильно очень подводят. Глюки не игры, а геймпада моего. Тише. Вот. Вот сами видите, я как бы ничего не делаю. Пытаюсь отходить или блок делать. Опа! А он вот так вот меня обманывает. Ну вот. Сейчас последнюю руку осталось ему добить. Подождем. Вот, смотрите, уже вторая на подходе. Ой. Тише. Да что ж ты? Но. Я как-то не позволю тебе меня так дубасить. Хотя уже позволил. Еще? Давай, рви ему руку. Покажи, кто здесь хозяин. Вот она. Удар по печени. Он рукой-то не дотягивается почему-то. Ну все, закончи дело, давай. Нет. Можно в принципе... Ох ты, классно прошло. Я даже не побоюсь, что он у меня энергию потерял. Потому что тут... Раунд не закончится, пока кто-то друг друга не забьет. По блоку, смотрите. Сильный парень, однако. Ой, блин. Ох ты, классно садил. Удары все по корпусу. И вот. Первый раз он упал. Долго держался. Но цель-то у меня как бы не то, что он, чтобы он упал, да, вырубить его, а просто оторвать ему конечности. Конечности. 7 минут. 3 минуты, да, прошло? О. Что-то я смотрю, ты вообще парень. Мне кажется, я ему руку не сломаю, а он просто не встанет сейчас. И смотрите, у меня рука уже тоже желтым цветом покрасилась. Покрасилась. От опасности, да? Давай, ну. Может подождать, пока он залечится? Тяжело встает, конечно. А он и не лечится уже. У него крайняя точка жизни. Тихо.
Блин, ну что ж ты? В общем, как-то так. Не получилось, что хотели. Ну ладно. Я забыл, что он у меня кривляться может. Вставай. О, молодец. Блин, почему ты блоки-то не делаешь? Он, видимо, понимает, что ему... Что блоки, что не блоки. Мне кажется... О, безопасно даже падать ему. А мне-то, смотрите, даже не ожидал, да, что так поплывет он у меня. Ну, сейчас мы его накажем. Ну, неплохо он меня сбил. А, упал. Все по корпусу три удара. Интересно, а если бы вот такую игру наподобие бокса сделали, знаете, не с роботами, а живыми людьми, тоже бы, наверное, прикольно было. Потому что физика тут такая неплохая для такой мини-игрушки. Все, мы его прикончили, в общем. Не так красиво, как я хотел, но все же. Первый пошел, что-то нам подарок тут купить можно сейчас, я увидел. И залечиться надо, да? Или пока не буду лечить. Давайте номер 2 посмотрим. Это, по-моему, быстрый у нас должен быть. Нет, это здоровый. При том, что у него боевой рейтинг уже выше моего. Или потому что меня еще покоцали. Ну что, иди сюда. Сразу же. Блин, не достал практически. Удары-то как-то мимо все проходили. Оп. Не хочет он отдавать мне инициативу. Во. Оп. Вау, блок вовремя. Ну что, братан, попал все-таки по нему. И он по мне, кстати, у него удар-то посильнее будет. Ну что ж ты, блин, мучение мне доставляешь, парень. Загнал меня в угол. Ух ты, красавец, мужик. А вот так вот не хочешь? О, 10 секунд, смотрите, какая фигня. А вот так. И все, я потерялся. Тихо, 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 тихо. А, бесполезно, да? Ну ладно. Ну что, он также, да, на повышение силы. Сейчас мы тебя накажем. Сзади видели такой кулер, вентилятор у моего бойца. Ух ты, неплохо, быстро я его по-боксерски ударил. Даже у меня так сейчас не получится, наверное. Оп, смотрите, блин, я новый удар научился. Неплохо. Блин, а сейчас неправильно. И вот только не этот, не тупи. Все, получай, конечно же. Ладно, хоть он тоже понял меня, решил покривляться. Нет, какая-то фигня, друзья, происходит, что... У-у-у. Бум! Неплохой удар был. У меня аж это... А жизни, кстати, убивает неплохо, сами заметили, да? Из равновесия вывел. В общем... Я знаете, что сделаю? Я вот так вот побью геймпад, потому что он что-то вообще тупить стал. Ух ты! Такие увороты были неплохие. Так, ладно, делаем руку. Я ему хотел руку, да, от это отбить. В итоге я отбил себе ее. Как я там действовал? Надо вспомнить. Оп! Вот так вот. Но не получается с ним. Не проходят такие игры, блин. У-у-у-у, не убежал, в общем. Крутящим достал меня. О. Так. Блин, успею я, даже не знаю. Хотя не должен успеть. Понемножечку. Оп. Раз, два. Давай. Ух, молодец. Все, в общем. Хотел сказать, достал меня. Да. Если я сейчас встану, то, блин, я смогу его победить. Если не встану, то все. То вряд ли. По крайней мере,
в этом раунде. О, давай, 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 давай. А, блин, немножко не хватило. Обидел. Обидел меня. Ладно. Так, с переломами. Лечить, не лечить. Сейчас я посмотрю. Сколько он у меня? Так, 9000. Неплохо он мне наваляли. Давайте я все-таки подремонтирую. И со свежими силами. Так. Ну что, сейчас посмотрим, как ты будешь против меня. Лучше, не лучше, посмотрим вообще. Потому что подлечился. Не ожидал я, что меня этот боец опрокинет. Быстро при том так. Ой, не тот удар. Оп, вот этот удар мне очень нравился, резкий. Но он даже его не почувствовал. Блин. А вот так вот. Неплохо попал, кстати. Молодец. Ой, блин. Что ж ты делаешь, парень? Ох, попал все-таки, наконец-то. Опередил тоже его. Сейчас вот как-то более правильно начинаю бой вести. Да что ж ты делаешь-то? Он даже не чувствует удары. Просто не чувствует. Ой, блин. Все-таки замотал, да, меня? Просто выносит. Я-то думал, это случайность, он меня победил. А в итоге нет. Парень-то сильный. Так, подлечили немножко жизни. Ну давай, включай свой кулер и поехали его бить. Потому что мне такой... О, видели какой, да, удар? Неплохо. Все, уходим. Подмесил его. Даже сам как-то, знаете, не ожидал. И вот этот вот корявый удар сверху был тоже как-то интересен. Такое ни разу не делал. Ну ладно. Все-таки он меня прокинул, да? Чертов, блин, боец. Давай, вставай. И... Смотрите, думать начал. Блядь, да что ж ты? Ну... Это, друзья, глюк. Глюк геймпада. Я его пытался разобрать, в общем, но не получилось, так как у меня... отвертка. Отвертка-то заходит. Блин, я, походу, заговорился, да? Ну ладно. Бой номер 3. В общем, боюсь прокрутить болтики и вообще не разобрать его потом. Надо хорошую отверточку. Может, что-нибудь сам сделал? Нет, так в скором времени придется новый геймпад приобретать. И, кстати, он не во всех играх мне проблемы доставляет. Вот в живой стали и все, по-моему. Ну, в Demon Souls еще. Все. Больше я проблем не ощущал ни в каких играх. Еще было, что охотник на динозавров там иногда тупил, но очень редко. А вот в живой стали, в Demon Souls это да. Ох, какой удар хороший прошел. Блин. Твою же дивизию. Увидели, да, какой? Сверху-то он загробасил. Ну что ж ты делаешь-то? Давай. Дерись ты. Вот так вот нахрен. Обидно даже. Честно, обидно, что геймпад так подводит. И мы имеем то, что имеем. Ну, не дает он мне ударить себя. Ох, да ладно. Да что ж ты делаешь-то? Давай, бей его! Еще! И, блин, он еще бить будет сильно. О, как сильно! Смотрите, просто порвал меня, да? Я даже не знаю, что с ним сделать такое. Так, ладно.
Сейчас мы тебя вырубим все-таки. Не этим ударом. О! Да что ж ты, блядь? Твою ж... В общем, наказал он меня. По полной. О! Уходи, уходи, уходи. Еще. О, это я зря. Хотя успели. Быстро. Уходим. А вот так вот нахрен не хочешь? А еще. Ой. Упс. Кстати, у меня шанс появился. Руку ему сломать. Ой. А вот так вот нафиг. Yes! Я первый его завалил. Офигеть. Даже не верится. Столько было, блин. Ну, серьезно, он мне досаждает, в принципе. Сейчас будет лечить руку, а я буду лечить... А мне надо... Офигеть. Я тоже буду лечить руку. К сожалению. Хотя, все надо лечить. Ну, ладно. Сейчас мы его обманем. О, сразу же получил, да, парень? Ух, неплохо я ему по шарабану-то надавал. Получил парень, да? За всю фигню. Давай. Ох, блин, думал, сейчас меня зацепит. И... Уходим, 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 уходим. А, вот этот вот блок был. Парировал неплохо. Давай. Еще. И еще. Твою ж, блин. Таким ударом. Ну, блин, немножко. Чуть-чуть не убил, в общем. А вот так вот. Видите, не подходит, боится. О, надо его добивать. Еще, давай. Последние силы. И он по мне не попал, в общем. Ну, по крайней мере, одну руку я ему сейчас вынесу. Так, мы лечим. У нас все так же, да? Одна рука, туловище и голова. А у него похуже. Давай! Мочи, гада! Кстати, очень мало жизней забираю у него. Еще. Уходим. Так, давай, восстанавливайся, друг. А вот этот удар сейчас мы отдохнем. И... Ой, нет, 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 нет. Уходим, уходим, уходим. Жизней, потому что маловато будет. Воды. Ух ты! Встречный. Был встречный удар. Ладно. Раз так, залечимся. Вот красная мне не нравится линия очень. Такая уже изношенная. О, давай, 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 друг. Давай. Yes! Я победил. Почти победил. Фу. Вот это интересный бой, я вам скажу. Ну что, боец. Он почти на равных идет, хотя... Соперник даже сильнее меня. У него удар намного мощнее. Если бы он еще думал как человек, мне кажется, мне бы вообще плохо было. Так, отвали. Ну давай уже, ломай ему руку. Ломай. А, нет, твою же. Какого? Не получилось у меня блок сделать, к сожалению. Ох, блин, игра-то проиграна. Лады. Не получится у меня тут. Да, к сожалению, друзья, он меня выиграл. В который раз. Но зато так бы прошел и неинтересно вам было. А тут какая-то хоть трагедия. Ну чё, лечимся, наверное, опять, да?
битвы, блин, в одну калитку проигрываю. Ну-ка. 11 тысяч, офигеть, он меня помолотил. Ну, на этот раз, я думаю, все у меня выйдет. Поехали. Мне кажется, даже последнего мне легче будет победить, чем его. Но зибой, да, по-моему, тут будет. Ах, пробил все-таки, да? Границу. Сначала по корпусу, потом в голову. Неплохо. Блин, смотрите, какой удар. Просто зашатал аж. Нет. Уходим. А у него жизни даже не ушли. Просто тупо жизни не ушли. А вот так вот не хочешь? Ой, блин, да что ж ты такой-то? Неугомонный парень. А, так ты же это... В плохом состоянии, да? Хуп. А вот так вот не хочешь? А еще тогда? Блин. Ладно, у него удар хоть не сильный. Помотало тут его. Первый раунд. Так. Поехали. Раунд номер 2. Ну что, качок, держи, сейчас бить тебя будем. Ох, вот этот удар просто шикарный. Видели, какой он резкий? Я даже не представляю. Раньше его никогда не делал. О, смотрите, я ему руку уже отсушил. О, блин, вот это, думал, не достанет. Смотрите, уже половина жизни нету, да? Офигеть. Это зря. Поспешил немножечко, ладно. Сейчас мы подберемся к тебе. Давай. Вот этим ударом резким выбиваю из колеи, потом уже по корпусу неплохо получается. Только пробить его не могу. Да. Ой, блин. Твою ж дивизию. Еще. Ох, неплохо по руке-то ему забабахал. Давай, делаем. Вот, на этот раз я его все-таки перекончу. Я даже докупать ничего не буду. Мы его так сделаем. Блин, да что ж ты, гадина такая. Нет, только не так. Еще. Ох, красиво. Все-таки, друзья, я сделал это то, что хотел. Только я думал, другой коронкой его, но тоже неплохо. Видимо, он как раз защищался. О, так мы тебе сейчас... Подожди. Ты еще сильный, что ли? Блин, я что-то увлекся. Оп. Удар был, конечно, вот этот резкий удар у меня очень классный. О, смотрите, он даже с одной рукой опасен для меня. Давайте бьем его пока нафиг. Все. Ну что, все равно я его сделаю. А давайте я не буду руку лечить, в общем. Как-то хотя бы по-честному сделаю. Если он сломает ее, то сломает. Если нет, то он проиграет. Ой-ой-ой-ой, блин. Мне кажется, ему руку не надо ломать. Он и так неплохо все делает. Давай, друг. Ох, класс. Ну все, мы сделали. Блин, удар был супер. Я даже потом ради интереса пересмотрю в замедленном, ну как в замедленном действии, вот это вот. Все можно остановить. Удар очень быстрый был. Порвал его наконец-то. Сколько у меня? 3 раза, по-моему, ломал. Ну. Призма. Призма вообще, в принципе, легкий должен быть. Быстрый, но легкий.
Если я его зацеплю, то он будет плавать. Хотя, смотрите, он так-то даже здоровее меня смотрится. О, поплыл парень. Ой, упс. Зато у него скорость бешеная просто. Так, 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 подожди, подожди, подожди. Хватит тебе, хватит. Давай, мочи его. И зря я тут, конечно. Ну, смотрите, руку зато отсушил. Облом, да? Блин, кикбоксер. Натуральный кикбоксер. Ну, нет. Это у него была выносливость на минимум, и он так резко бил. Это просто пипец. О, так мы тут соревнуемся наравне. А вот сейчас зря ты так попался. Все. Победная жилка пошла. Ну и... Давай, мужик. О, блин. Что-то он меня напрягать стал. С такой скоростью-то. Ах, вот так вот. А теперь бей. Теперь ты не опасен, парень. Смотрите, он пробить даже меня, бедняга, не может. Усыпим его, в общем. Вот так вот, нафиг. Ух, добью его сейчас. Скорее... Нет, не получится, друзья, добить его. Бой, раунд заканчивается. Но потрепал его неплохо. Так, я даже лечить ничего не буду, я... Дам также ему шанс, хотя шансов у него уже нет. Такой маленький-маленький. Ну, скорость у него, конечно, просто офигительная. Слушай, парень, я же так же могу. Ой, не так. Не так. Знаете как? Чё ж ты тупишь-то, бля? Так, вот неплохо, кстати. Ох ты, вот это обманчик. Про этот удар совершенно забыл. Удар в подскоке и по туловищу тоже неплохой. Вообще забыл про него, что он существует. Сейчас даже проверим. Нет, он должен встать, мне кажется, сейчас. Хотя нет, смотрите, ему вообще тяжело. Па-бам! Ну вот. Нозибой, держись. Новые доспехи, да, я смотрю. Ладно. Я лечить его не буду. Сейчас мы его добьем. Нозибоя, если получится, конечно. Вот, а в следующей серии я повыбираю доспехи новые. Это будет уже последняя серия по прохождению. Вот. Как-то так, по-моему, последний. Если, или я ошибаюсь. Или предпоследний даже. Потому что миров-то 5. Опа, блин, не получилось. При том, что жизнее я бил-бил вроде его. А у него жизнее охренеть. Облом, да? Ой, я, знаете, я про... Нет, 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 нет. Как же там у меня удар-то по корпусу? Вот. А, он не чувствует, да, его? Просто он его не чувствует. Нифига себе. Офигеть. А вот я вот чувствую. Да. И... Так... Получится, не получится его вырубить. А вот он меня вырубит. Ой-ё. Это был встречный, детка. Быстро он меня вырубает.
Силище ого-го. Мне кажется, мне вот с такими доспехами просто с ними не справиться. На последних секундах. Ладно, будем хитростью его брать. Смотрите, у него даже рука не пожелтела, как говорится. О! Вот оно счастье-то. Ой, бляха! О, просто вырубил. Ладно. Подожди, я еще сейчас встану. Зря ты так. А, давай. Эх, по корпусу, по почкам. Не получается, да? А тут я выделываться не буду. Залечу руку. Сейчас будем ему отсушивать руки. О, неплохо. Вообще его лучше куда-нибудь зажать, но не получается. С его дурью-то. Ох ты, вот этот классный ударчик был. Ну что ж ты, блин. Давай, бей его, бей. Вот так вот. У меня только вариант ему руки порвать. А так я с ним не справлюсь, наверное. Я просто даже... Я вижу, в каком он состоянии. О, братан. Уходим. Уходим, уходим. Только не этот удар. Офигеть, вы видели, да? Я сразу пожелтел, покраснел. Да. К сожалению, я думаю, этот раунд я не вывезу. Просто не получится. Ну вот так вот как-то. Сейчас мы знаете, что сделаем? Мы его залечим. Потому что я в прошлый раз-то не помню, я не лечил. И попробуем еще, попытаем счастье. Ох ты, блин. Бедняжка. Ну, как-то так вот. Иди сюда, мой белый хлеб. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А вот так вот нафиг. А вот так еще раз. Вот это я зря. Если он сейчас будет сильно бить. Тише, 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 тише. Молодец. Мужик. Пока можно его... Ух ты, как он быстро заживает-то. Просто быстро. Очень, очень, очень. Ходим. Бей его, бей. Блин, почему же ты так быстро блоки-то делаешь? Он очень быстро восстанавливается. А я вот в отличие от него... Не так быстро. О, пробьет. С этим ударом, в общем. Твою. И в итоге и закрылся, да? А вот так нафиг. Блин. Тут-то все плохо, да? Вот кто сейчас кому руки будет отрывать. Опа! Первый мой нокдаун. Воды. Ну что? Получится мне его побить? О-оу. О-оу. Ну вы сами, да, видите, как? Какая у меня битва равная с ним. А вообще, друзья, я, наверное, сейчас закончу, потому что я тогда, раз не получается его победить, в следующей серии мы с ним будем драться и уже следующий мир пройдем, потому что у меня по времени даже не получится, ну, без разницы, хоть что лечи, по времени просто не получится
пройти ее, как мы хотели. Я думал, это все займет. Ну вот, видите. Минут 20. В итоге это затянулось на 40 минут. Так. Успеваю, не успеваю. Опа! Ну что ж, друзья, на сегодня я заканчиваю тогда. С вами был Михаил. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь, кому нравится. Всем пока!